Я Каска, всегда слежу за вашей безопасностью. И сейчас расскажу, что такое жизненно важные правила КТК, их основные положения и где они применяются. Правило номер 3. Отключение и блокировка источников энергии. Энергия – это хорошо. Но при ремонте и обслуживании оборудования, которое находится под воздействием любой энергии – электрической, термической, гидравлической, механической и так далее – необходимо соблюдать условия. Готов? Все источники энергии должны быть идентифицированы, изолированы, давление сброшено, а электроэнергия отключена. Далее следует блокировка источников с предупредительными табличками в точках отключения. И, конечно, проведена проверка, все ли надежно отключено. Запрещается снятие или отключение блокировок, знаков и подключение оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании. Но тут все логично. Это как воду раньше времени включить, когда кран на кухне ремонтируешь. Ну, согласен? Всего одна табличка может повлиять как на жизни двух людей, так и на все предприятие. Будь бдительным. Проверяй блокировки и отключение источников энергии перед работами. Соблюдай правила. Очень важно дополнительно изучить специфику по каждому виду работ. Ведь наша работа связана с рисками и опасностью. Не забывай об этом. Ну, теперь ты точно готов? Готов приступить к работе?